детишек приведете? Я думаю, до 800 дойдем. Да? В этом году. А первоклашек сколько будет у нас? 3 первых класса, 75 человек. Уже в сентябре на этом пока еще не облицованном плиткой крыльце прозвенит первый звонок. Важное событие в жизни большевиземской школы. Ее построили в 67 году. Настало время обновить, а местами даже изменить планировку. Хорошо, где у нас будут заходить жители, когда это не учебный класс? Одна калитка? Одна калитка. Построить новый современный стадион – одна из главных задач. Во время уроков он будет школьным, а по вечерам открыт для всех местных жителей. Там будет беговая дорожка, футбольное поле из искусственной травы и две спортивных площадки многофункциональных. Как раз-таки там будут проходить уроки физкультуры. Обустраивать стадион только начинают, а вот отделку здания уже заканчивают. Рабочие красят стены, устанавливают двери и готовятся постелить линолеум в классах. А вот в просторном актовом зале выбор сделали в пользу более надежного ламината. И если будет линолеум, он будет непрактичным. Как правило, порвали, разодрали, как бы это не вариант. Ремонт стартовал в январе. Объем работ большой, чуть больше, чем за полгода обновить здание как внутри, так и снаружи. На данный момент готовность школы уже 75%. По территории школы и здания планируем закончить к концу июля, а спортивное ядро порядка 20-25 августа. Даже при таком хорошем темпе торопиться есть куда, говорит руководитель проекта. Поставил задачу за оставшиеся дни приложить максимум усилий, чтобы 1 сентября ученики точно сели за новые парты. Олеся Лукина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».